Упаси вас Всевышний, броси тень на мое имя. Такое предупреждение сделал Салман Дадаев на совещании в мэрии. На встречу с активом администрации новый градоначальник заявил, что продолжит работу с ним только те, кто проявит профессионализм. А с остальными глава Махачкалы церемониться не будет. Каждый день мы будем прилагать усилия, как я сказал. Продвижение вперед, мы идем вперед. Нет, значит, мы будем избавляться от тех, кто идет не в ногу. Если вы планируете сосредоточиться именно на той методологии, на тех принципах действия, как и прежде, ну, вас ждет разочарование. Вот раньше мы брали столько-то, а теперь пришел новый, и он требует в 3 раза больше. Упаси вас Всевышний от этого. Если кто-то будет кидать таким образом тень на мое имя, то это буду воспринимать уже как лично. Я вот вас сейчас предупреждаю. Работать по новым правилам придется и предпринимателям. Для тех, кто захочет привести свои документы в порядок, будет объявлен временный мораторий, по истечении которого все незаконные объекты на территории города будут закрыты.